Вчера привезли ячмень, и дождь пошел. Ну, маленько где-то, что-то, чуть-чуть вон. Вот такие вот. Влажность попала, все равно сырость маленькая. Мы стараемся убирать. 6,5 тонн. Ячмень будем засыпать. Немного засыпем. Вот пшеница осталась. И дробим сразу. Вот сразу в прицеп. Не видно, наверное. Раньше дробили вот сюда мешки. Устал я мешками уже возиться. А сейчас вот. Короче, надо делать какой-то шнек, чтобы сюда в середину сыпал, чтобы... А то мне постоянно приходится и там лазить, засыпать бочку. Вот в эту. А она вон высоты какой. Короче, прыгаешь как козел. Ну, надо ступеньку. Ступенька есть, получше сделать. Ну и сюда надо будет залазить и вот сюда продвигать. А так бы, если бы шнек был, в середину бы падал, он рассыпался. Ну, 300 грамм насыпает. И все, увожу дня на 3, на 4, когда-ка. Вот как-то так. Все, таскать не будем, маленько разомнемся, завтра выходной. А понедельник опять маленько потаскаем. Посмотрим, короче, в общем. Вот как-то так. Теперь с ячменем проблем не будет. С человеком я договорился, он будет помаленьку мне возить. Вот так. Но он издалека, 120 километров отсюда. Получение истинного удовольствия от водки совсем не обязательно связано с картиной заснеженного леса, ощущением мороза, хрустящего репчатого лука, подмерзшего сала и черного хлеба, хотя эта примитивная картина близка к совершенству. Так, ребята, вот боевое крещение. Короче, вот этому ландрасику 5 месяцев. С половиной, может быть. Вот, где-то так. Свиноматке 14 месяцев. Я ее отбил от поросят буквально... Сколько им? А, ну месяц, наверное. Она так и не гуляла. Вот только загуляла. Вот интересно. Я все караулил, караулил. Через 5 дней нифига. Ну, примерно там плюс-минус. И вот только вот. Больше месяца она, по-моему, даже. Ты меня только не цапни за подругу свою. Иди отсюда. Вот ты посмотри. Иди давай. Ты хороший, хороший, а за подругу еще будешь меня побьешь. Короче, все, он это. Я ему показал. Показал. Ну, в плане это. Короче, помог. Смотри, он не достает маленько. Вот маленько не знаю. А смотрите, насколько он это ниже. Свиноматки. Ну и меньше раз в 5. Ну и это. Вот подложил 5 сантиметров плашку. Он на одну ногу встал на нее, а вторая в воздухе. Повис на ней, короче. Помог ему я. Так бы он сам никак. Не получилось бы у него. Буду выражаться прилично. А то смотрят меня и женщины. Так что извиняюсь, если что не так. Ну, природа есть природа. Ландрас, ты неправильно делаешь. Не с той стороны зашел. Ну, я почему его покрыл? Ой, покрыл, говорю, запустил. Потому что у меня до этого был момент с Петреном. Петрен вот здесь, кто помнит. Сидел. Ну, он побольше, конечно, был. И он, короче, ноль эмоций был. До дам.
дамы его не интересовали. Ну, а насчет господ, не знаю. В смысле мужиков. Дамы не интересовали его. Ну, пришлось его убрать. Подкастрировать и убрать. Жалко, конечно. Петран хороший был. Ну, по крайней мере, чистый. Так, Ландрас. Ландрас чистый или не чистый на 100%. Кто его знает? Ну, навряд ли, конечно. Все равно помесь какая-то. Ну, все-таки Ландрас. Как бы вот я привез на племя, которых... Я говорил вам, что с Томска привез на племя ландрасов, КБшку и вот пацана ландраса. Так хотелось. Вот сейчас привез и думаю, получится у него, нет? Хотя бы у того даже писюн не вылазил. Вот в чем. Он вроде как бы прыгал, а ничего не происходило у него. Никакой эрекции. Ну и это... Я его побаиваюсь, ну, мало ли, потому что случаев сколько было, ну, не у меня, а у свиноводов рассказывают, что во время гона свиноматки к кабану лучше не подходить, вот видите. Ну, этот маленький, ну, хей его знает. Остальные, как бы, там у меня рыжий был, Вася был, вот этот пятнистый был, там еще кто-то, вот этот, ну, те нормально были, как бы. Ландрас, ну, он еще без пут и бестолковый, что он, первый раз... Добрался до бесплатного. Вот и пытается и в голову, и всяко. И в спину, и в бок. Ну, раз наладил. Я ему помог, ага. Вот как бы так вот. Боевое крещение провел. Прошел ли. Иди, иди, иди. Еще меня цапнешь нафиг. Не дай бог. Короче, все, я спокоен. Все, он могет. Могет. Ну, не на 100%, но 90% уже есть. Что в смысле, если еще это, как вам сказать-то, до конца, в смысле, ну, овуляция, если все произойдет, то нормально. Если я правильно говорю. Короче, кто знает, тот поймет. Короче, половой акт до конца, если проведет все, чтобы все нормально получилось. Ну, на этом все.